Чел, за кофе пришел вроде, алло. А, за кофе? Да, подождем минутку. Я просто чатом следил. Так, Аркана, я тебе сразу лидером назначу. Нет, ты че, я же сам. Ну, в принципе, давай, пофиг, там все равно SD как бы это. Ну, там несложно, в принципе. Я, короче, сегодня вообще просто орал. Просто, мне никто в данжи не берет. Просто никто. Это Аркан? Аркан, Лес, привет. Привет, мы с тобой же тоже правильно. Но, я смотрю, вы оба играете такие. Смотрю, восторги. Так, почему меня никто не позвал? Я такой... Смотрю, такие тихоря зашли. А ну, думаю, так, думал... а меня же не было. Я такой уходил, думаю, так, ладно тогда, пусть живут пока. Ну, я еще такой смотрю, типа, блядь, звать тебя не звать, потому что, блядь, я, может быть, завтра пойду закрывать. Много, может быть, буду ждать тут. Понимаешь? Слушай, я сегодня стучался, короче, в этот, на Волдена такой, смотрю, вообще просто, вот просто до смеху просто. Я, короче, захожу, значит, в пати захожу, там 8 человек, типа, один саппорт. То есть в моей патьке нет саппорта. Я такой думаю, сейчас меня кикнут, саппорта же надо брать. Бах, меня кикает, короче, саппорта берут, сука. Блин, ладно, к второму стучусь, короче. То есть я опять зашел, короче, смотрю, он меня кикнул, короче, и взял... Жнеца 1445-го, я такой, сука, у меня 1511 ГС, что думаешь, я меньше жнеца 1445-го надамажу? Мне даже самый рукожоп на Аркане надамажит больше. Ну, то есть, ну, сука, так обидно стало, ё-моё. А потом смотрю, у этого челика жнеца, видимо, там. Все, я подошел. У него, короче, что, наследие. По еде, блядь, все заряжено, все покушали. Угу. Все пришли, ага. Начинайте метать. А кто курит? Сейчас проверим, если никто не нажмет, значит кто-то курит. Я накурил свой, которого хотел. Там еще один уходил курить. Не, я за кофе уходил, я сказал, я подошел. Все здесь. Вы что, давно травить? Давайте сразу, пожалуйста, поделимся, блядь, кто изнуряет, кто ебаные сферы ловит. И кто где стоит. По-моему, проблема только в этом. Так, я в первом буду. А я думал, ты сегодня еще на Волдена пойти, блядь. Да. Ну как этот. За косу думал Волдена сделать, но потом передумал. Третью фазу пошел. А я, короче, получал отказов и пошел, короче, просто на жнеца. Думаю, блин, пошли вы в жопу, короче. Так, ладно, да. Здесь как делимся? Мы здесь делимся по две стороны по группе или две стороны этот. Давай по изнурению поделимся, блядь. Ну, сейчас, типа давайте... по группе. Группа. У нас вторая. Правой пачки изнур у кого есть? У Аркана мало изнура, у Чарки правой мало. У меня какая цифра? Группа 1. Группа 1. Вот давай так. У меня, много, я на изнуре. Чарка. Угу, хорошо. То есть у нас есть Чарка. Ну, на пятерку прям. Так, давай так, тогда, короче. Так, тогда я себя поставлю на третье место. А, подожди. Нет, тогда я буду сферу разбивать. Разобью сферу. Ага. Это сейчас кто говорит? Это у Аркана. Класс. Аркана. Сферу разбить можешь? Да. Сферу, короче, разобью. А получается, раз у вас изнура побольше, будете бить куб. А мы селедку тогда бьем, да, куб. Теперь давайте... Дойди сюда. Вторая группа. Так. Первая группа справа стоит, ребят. Все первая группа справа, все. Да, давайте. Мы с тобой на двух фиолетовых шариках. Так, теперь левая группа. У нас получается зонт, лук и коса. Я не знаю, что у зонта и лука по изнуру. У кисточки изнура хорошо. У меня у зонта дохуя изнура. Изнура. Что ты себе не забираешь? Чего? Это она про изнур. Да-да. У меня дохуя изнура. Что ты себе... Короче, нихуя не понимаю. В общем, так делимся. Давайте, иди сюда. Да, поделите второй пати, пожалуйста. Иди сюда, вторая пати. Вот сюда ко мне кисть. Кисточка, пожалуйста. Да подойди. Потеряно. Все, короче, вот так становимся. Это на... Это что касается именно кубов, которые 4 куба. 2 куба, мы вот так вот сходимся, и у нас получается здесь в центре остается саппорт ловит. Я, например, разбиваю, или лук разбивает куб. После этого у нас действия какие идут? Там, ну, сферу ловят вот здесь перед боссом, и мы встаем в этой сфере, долбим.
а два человека ловят. Правильно понимаю, шары вокруг? Там же так, по-моему, да? Ну, вот эта группа получается. Они, один из них шарик разбивает, и вдвоем встают, ловят фиолетовые сферы. Ну, один разбивает, наша группа встает сюда на изнурение. Не группа, а... Ну, два человека. Два человека, точки. Все, хорошо, вот. Сейчас мы... А два человека сюда. Угу. Ну, давай кисть и зонт поставим, и будем ловить, или как? Бляха-муха. Блядь, ну, прям пиздец усложняется. Ну, что, ну, кто хочет... Это легко, на самом деле. Это легко, вот просто эти, в том, кто вот будет... Вот эти двое вместе работают постоянно.